Коллеги, всем привет! Мы снова на площадке агроцентра регионального сектора компании «Сингента». Как я обещал ранее, я вернулся на опыт по гербицидным обработкам, заложенным в текущем сезоне на озимой пшенице, и хотел бы поделиться с вами результатами данного опыта. В данном случае мы видим с вами контрольный участок именно по препарату «Аксиал», примерно шириной 4,5 метра на 6 метров. Не производилась обработка данным препаратом. И посмотрите, какая замечательная картина получилась на данном участке. Данный чудо-сорняк, для меня он новый, по-моему, это метлица. Первое появление его на данном участке отмечено где-то года 2-3 назад. И вот здесь мы можем видеть с вами границу обработанного участка препаратом «Аксиал» и контрольный участок, где обработка не проводилась. Обратите внимание, какое огромное количество сорняка находится на одном квадратном метре. Данный сорняк буквально заполонил всю делянку, контрольную делянку, и чувствует себя абсолютно по-хозяйски. Вот такой интересный опыт был заложен в текущем сезоне с препаратом «Аксиал» на площадке полевого города региона Север компании «Сингента». Всего доброго, до скорых встреч!